Друзья, всем привет! Сегодня я бы хотел с вами поговорить о таком проекте, как Scavo Technologies. И данный проект это майнинг с использованием возобновляемой энергии. Криптовалюта – это золото нашего века, и для его добычи нужно приложить массу усилий. Чтобы добывать такое цифровое золото, требуется очень много электроэнергии. Цены на электроэнергию в странах могут отличаться. Это очень сильно влияет на рентабельность цифрового золота. И чем дешевле электроэнергия, тем больше прибыли приносит такая фирма. Множество компаний в данный момент ведут разработки по добыче возобновляемой энергии. И данная энергия зачастую стоит намного дешевле, чем ее аналог, так как она добывается путем переработки отходов силой ветра или при помощи солнечных батарей. Сейчас уже известно более 20 типов возобновляемой энергии, и это немаловажно. Энергетическая отрасль постоянно развивается и удешевляет цены на получение энергии. Scavo – проект, который будет использовать возобновляемую энергию в качестве топлива для горных шахт. Scavo – проект, который объединяет возобновляемую энергию и горные шахты, делая процесс абсолютно автономным. Используя энергию солнца, ветра и воды, проект будет добывать цифровое золото. Такой метод добычи позволит значительно увеличить рентабельность, что приведет к значительной прибыли. Проект стремится выйти на полную самоокупаемость. Это будет достигнуто путем реинвестирования полученной прибыли обратно в проект, пока тот не выйдет на полную автоматизацию. Также ключевой особенностью проекта будет являться инвестирование в проект. Проект выпускает токен Scavo на базе Ethereum. Все вкладчики проекта Scavo будут получать дивиденды с момента запуска фермы и до ее закрытия. Scavo предлагает интересное решение для своих вкладчиков, которое позволит сделать добычу абсолютно автономной, при этом вкладчики будут получать хорошие дивиденды. За счет автономности и самообеспечения добиться этого будет нетрудно. Проект Scavo и для работы горной шахты будет использовать энергию солнца. Сейчас этот метод широко распространен, и так как горные шахты будут строиться в солнечной Аргентине, мы можем предположить, что проблемы с добычей электроэнергии не возникнут. Сейчас по всему миру успешно внедряют технологию добычи солнечной энергии, так как себестоимость такой энергии очень низкая. А это значит, что проект Scavo будет добывать цифровое золото по очень выгодной цене. Уже сейчас существует множество световых панелей, которые перерабатывают солнечные лучи в возобновляемую энергию. Монохромы, поликристаллические панели, могут собирать значительное количество энергии. Солнечная энергия будет поступать на батареи. Затем данная энергия будет распределяться для добычи цифрового золота. Весь процесс добычи цифрового золота прекрасно описан компанией Scavo на данном сайте. Основная задача – получить возобновляемую энергию и отправить эту энергию для добычи. Проект Scavo рассчитан на долгосрочное инвестирование. Проект собирает выплачивать вкладчикам неплохие дивиденды. Вкладчиком будет считаться держатель токенов Scavo. Так как цена на криптовалюту растет, проект выгоден для инвестиций. Полностью автономная. И для того, чтобы понять приблизительный доход от инвестиций, команда на данном сайте разработала калькулятор, где вы можете рассчитать примерную прибыль от вашей инвестиции. Друзья, это был краткий обзор проекта Scavo, и все необходимые ссылки я оставлю в описании.